Йоу, всем привет, с вами снова я, Антон Зет, у меня в гостях Никита и Killer King Records. Вместе мы Brail Russia, и сегодня мы будем тестировать скейтборд наоборот. Киллер говорит, что на Brail уже это было, что это уже очень давно. Давно, что ребята там катались, сделали трюки в своем Brail House. Но Антон, нет, еще было до Brail House. А еще до Brail House? Очень давно было, по-моему, да. Да, это все забыл. Я не уверен, но это, короче, было давно. Ну ты перевод делал? Нет. Я, по-моему, тогда... Я не уверен, что я тогда переводил. Настолько давно это было? Да. Ладно. Но Антон неостановим, он говорит, да, я хочу. Да, нужно попробовать, потому что... Но поскольку Антон как бы такой ребенок балованный, ему трудно отказать. Окей, хорошо. Сегодня мы будем пытаться сделать какие-нибудь трюки на такой доске, в таком стиле. Impossible. Знаете. Все, ты уже... Давай, Альберт, погнали. Все. Все. С вами был Антон Звягинс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте максимально экстремальные лайки. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо, что смотрели. Все вы эту дощечку помните, мы как не можем сломать. Это доска с Алиэкспресс, самый дешевый комплит. Вот он. Правда, собран в другом положении. Ну все, давайте сыграем скейт и посмотрим, что очень можно на ней сделать. Go. Да, может, просто видос включим? Не. Ладно, давай, скидывай. Мы у тебя на даче. Раз, два, три. А, как всегда, первый с конца. Раз, два, три. Я запомнил. Правила такие, можно делать трюки как и на колесах, так и на доске. По Бэриксу? Да. Без всякого, короче, вора. Брэликсу. Без. Окей. Трюк. А, так можно? Да, можно и так, да. А, окей. Все, загадай. Загадывай. Оооо, нифига, интересно, половина кипит. Вот это интересно. Так, ты не заказал? Не, я не въехал. Воу! Как ты это сделал? Нет, я разошел. Смотрел Brail. И! Я не упал. Ой! Так ты снизил. Как я не упал? Чучок был. Интересные правила. Нет, я не упал. Я был остался на скейте. Нет таких правил в Бэриксе. Нет. Я приду. Все, буква. Вообще-то я сделал. Ну ладно, считаем. Пишите в комментариях, что вы считаете, он сделал или нет. Да. Ну я же не упал. Что, мне да нет таких я правил. Я сейчас тоже не упаду. Давай. Сыграйте на свое правило, не падать. Лооо! Я упал. Окей, на мне S. Ты точно катаешься на таких досках? Это мои, да, я разношу. Это был шуй, да? Ноль назад. Да. Тут камень был. Нормально. Нет, дай передел. Ну окей, передел. Смотри, сейчас не сделаешь, но... Ну что? Мы уже не дочитаем. Ну все. Да ёлку, первый театр. Зайди. Представим. А худшой. Давай какая, на мне два. А тебе сколько? Я не знаю, по-моему, один, я не помню. Воу. Верил? Да, верил. Пол верила. Не, ну это легко. Давай. Давай. Не, ты умный такой, давай. Да, это легко, я так всегда на таких досках делаю. Действительно. Ладно. Действительно легко. Уговорил. А в карман специально, да? Да. Что скажешь? Не уехал. Так, что тоже можно делать? Не уехал. Да блин. Так, я сворую твой трюк. Давай. Действительно своровал. 360? Да. Что ты? Блин, а мне три. Ну, уехал, да. Да. Воу! Верил. Блин, как верил. Три, по-моему. Ноль? Три. У меня. А я тебя не знаю. Не, это... Я не помню. Это жесть. Это жестко. Блин, я хотел свитч-флип. Нормально, все, вот считаю. Окей. Defense!
Повторяй это звать. Нет, ты можешь так же придумать, главное... А если я так считаю? Считается, главное это. Сколько? Один? Теперь точно один. Один. Дай ногу в такое положение и... Перекрутил. Дабл? Дабл? Это был дабл? Замедли потом. Я загадал дабл. Да ладно! Что это? Да ладно, я дабл сделал. Вот блин. Не, ну я хотел полторашку, но я сделал дабл. Тяжелая артиллерия пошла. Что ты сделал? Оо! Это надо. Полтора флипа. Три. Вот он, блядь. Вот он. Вылетел, нет? Мы до пяти? Да. А мне, по-моему, пять уже. Я не помню. По-моему, пять. Это будет пять. Вот это пять, типа. До свидания. Всего хорошего. Хорошо провели время. Опять я скидываю. Да сколько можно я влипаку? Вот, ахилл. Не, я хотел хил. Только нет. Давай еще раз. Да смысле, нет, ну я так. Откуда ты знаешь, что я хотел? Четыре. Ай, больно. Так, вот теперь, больно. Вот теперь сигнатурочка. У меня две попытки. Жестко, жестко. Что это было? Давай так, закидай, я буду ловить. Там лететь? Не, я после. Я сделал! Полтора флипа! Хила! Да, хила! Да. Ну это было не так, но ты сделал просто. Попытки. Это легко. У меня вторая попытка. Давай. У меня третья попытка. И... Ладно, если сделаешь impossible с двух попыток, засчитываем. Давай. Если Никита сейчас сделает impossible с двух попыток, то считаем за как за флип. Я не знаю, с какой попытки он сделает impossible, но он должен его сделать. Ради инстаграма Braille Russia. Подписывайтесь. Еще один бонус от Альберта. Просто безумие какое-то. Он еще Альберта. Может сделать impossible. Ну, я еще не сделал, погоди. Да ты, блин, рядом. Давай. Ну это просто офигенно. Это ух, просто было. Бенгер. Это было тяжело. Спасибо. Подписывайтесь на Альберта. Ну что, ребята, что? Вот мне кажется... Покажи, нет, подожди. Нет, покажем потом. Да. Я могу сказать одно, то что... Несмотря какая у вас доска, несмотря какие у вас подвески, как они прикручены, правильно, неправильно, вы можете делать трюки и прогрессировать. Главное, чтобы вы были Никитой. Ну, подшипник но... сломался у нас, конечно. Да? Да, я из-за этого падал. Алиэкспресс. Кстати, возможно. Mm-hmm. Возможно. Так что, ребята, подписывайтесь на Никиту, подписывайтесь на Braille Russia, подписывайтесь на Killer King, подписывайтесь на Альберта. Да, на Альберта. Катайтесь на скейтборде, ставьте максимально экстремальные лайки. До новых встреч. Пока-пока.